не все поймут нас. Это видео не все поймут, только приближенные, которые знают Андрюху. У нас мотос. Сегодня Андрюха уезжает, наши уши будут скучать по нему. Спокойно. Ну, мне бы спокойно пару дней проведем. Да. Да, да. Стресс у нас будет. Не знаю, что сегодня делать будем, да? Я даже не знаю, что вечером делать. Дышать, это нам, да. Нам сколько дней? Радио может куда? Наверное, придется доставать радио, да, из-за аккумулятора. Да. Причем очень громко. Самое главное, надо... Желательно, можно даже конечно, два. Конечно, боюсь, не получится. Я бы два на одну волну носил. Да, два и разные волны, чтобы в разных ушах по-разному. Потому что Андрюха это и есть вот такой вот непонятный человек, который вот почему-то на разных радиостанциях вещает одновременно. А тут еще, прикинь, электрическая, ядерная, это все. Да, нет, эти гамма-частицы он не чистил весь мозг, какие здесь летают. Изотопы, которые не разложились, они, Андрюха, они остались во мне. Просто включили. Нашли действия, нам подсознание, мозг других. Мужики, на самом деле, офигенный пацан. Мне он чем нравится. Он думает не как все. Даже нравится? Ну, он, да. Ну, первый походу, раз признался. Я понял, кто там написал. Не, ну, все, ты, все, не, мы ну... тебя поймали. Мы тебя поймали, кто это написал. Я узнал. Здесь все везде снимается. Здесь в каждой затычке камеры. Я узнал, кто написал. Даже вон там, в той баклажке, с классом, ага. Камера стоит. Она не просто так стоит. Ты поставил, ты мою камеру закрыл там. Да? Да, объектив. А я думаю, что за фигня? Это твоя камера была, да? Это смешать, но не сбалтывать. Не, Андрюх, на самом деле приятно было познакомиться. Да, вообще красавчики. Все, вот. Все ребята мечтают. Вот я понимаю. Я приеду, тебе вызов кину. Давай. Видеовызов. Это был наш... Это наш... Нет, слушай, это наш был видеовызов тебе. А дальше пойдем... Не, я понял, да. Я понял. А дальше друг друга будем мочить. Троллить, а? Короче. Обязательно. Просто троллить. Подружки. Ребята, это видео для своих, и свои поймут. У нас война начинается. Да, то есть мы сейчас уезжаешь, на тропу войны выезжаешь. Ну, во-первых, надо доехать еще. Потому что вот они те пять с половиной не очень. Пять с половиной подарки в дорогу запечатывать. Они говорят, и он запечатывает, подарок в машину не влезет, нахрен мы взяли шайтера, прикинь. А их я мучил. Ребята, они хотят, они утром ложились спать. А у меня 4 часа по времени. Я раньше всех вставал в тот момент. И я их первый, кто будил. Они люто ненавидят. Да, да, да. Все, люто. Ты каждый день причем их будил. Я сегодня их разбудил еще. Они еще не знают, что с тобой ехать в машине. Понимаешь? Они тебя выкинут реально на трассе. Вы подберете меня, да? Ну, да. Мы еды мне в дорожку. Катер с таблеткой. Вот, короче, в таком примерно духе. Только это уже у нас все, у нас не хватает батарейка. Голоса нету, пацаны, голоса нету. Что здесь вначале творилось? Мама какая-то вахханалия неуправляемая была. Не то, что там пьяные орки, а вот реально, это на подъеме, на позитиве мы здесь. Да, посмотрите все видео, Голливуд. Видео, как всегда, не будет, короче, ребята. Вы не обольщайтесь, короче, увидите только... Нарезку какую-то, превьюшку увидите. Надо приезжать, чтобы понять, что здесь происходит. От меня это будут воспоминания. Я наснимал немножко общих планов, немножко наездиков, так что это будут воспоминания. А мы проще сделаем. Илюха все будет монтировать, а мы просто перезаливать на свои каналы. И вы поймете, что здесь полный трэш. Если особенно там будет Лычагин режиссером. Да, да, да. Красавчик. А что они все, а без тебя с моей поехали? Да, они любой шанс. Валим, пока его заболтали, валим. Но они не знают, что бетонную перемычку там в дорогу перегородили не просто так. А, то есть ты уже постарался выдернуть такой типа засумкой, сам ломом такой чуть-чуть, чтобы не уехали, блок поставил. Ой, блин, ребята, вообще классно. Ну, просто, ну, я не знаю. Я, кстати, у меня там вырисовывается заказ рядом с тобой почти. Я к тебе в гости заеду. Можем матом? Ебать. Ты смотри, ты так далеко заказы-то не бери. Это тяжело морально и физически. Какие они рвут тебя далеко? Я не знаю, надо посмотреть. Там. Ну тоже где-то все. Можно мат, ебеняк. Угу. А, ну у нас. У меня постоянно что-нибудь Тюмень, там это. Я отказываюсь, потому что далеко ехать. Да, отказывайся от геймера, отказывайся, нахер ты мне там нужен. Да, поэтому калаш только Красноярск дорогу, буду брать. Отбивается. А, да, калаш с собой бери обязательно, в самолет тебя пустят. Да, да, скажешь, да, я только датчики, датчики не сработают, кстати. Деревянный калаш, да ты че? Вот, ну ты так меня ненавидишь, да? Короче, вот так, понял, закрыл и захватил.
проходит. Да. И резко, главное, вот так вот на проходной достать его. Вот, вот так меня ненавидите, да? Гильзы видел, да, да. 70-х от этого, от этого объектива надо взять чехол, это вот гильза будет. Да-да-да. Ладно, ребята, как бы нехорошо было сидеть в тени. Очень... Восток самолет. А, все, мне уже надо уезжать. Во сколько у тебя самолет? В 10:45. Вот там 8-километровые пробки. В общем, мы страхнуться решили. Понятно. Тебя высадят. Ну, а ты оттуда вещаешь. Я пешком успел дойти. Ты оттуда вещаешь. Они говорят, нужно перестраховаться. И уже несколько часов отсрочили назад. И я понимаю, что не дают мне шанс дойти пешком все-таки. Они просто зал ожидания еще не знают, что Андрюх приедет и будет 8 часов самолет ждать. Просто мы ядерную бомбу в Домодедово отсылаем. Там самолет еще, знаешь, не подойдет к трапу уже. Обычно народ просто... самолетная база, этот улетит раньше, этот улетит раньше. Так, да? Это, давай, у нас съемка идет, а? Эй, давай до свидания, а? А что, не там типа все слышно? У нас съемка. Ну что, Лычагин, ладно, ну скажи им, что у нас съемка. Не будем тебя держать, пацаны нервничают. Скажи Лычагину на прощание. Пускай пацаны понервничают. Леха. Скажи что-нибудь шайтера на прощание. Не надо. Иди, Леха, не надо. Не открывай блокнот. Иди, блокнот, не, покажи нет, свой блокнот людям. Вообще, даже не вздумай сейчас, думать. Покажи блокнот людям. Не вздумай думать и не отвечай. Лычагин целый всю ночь ходит по цели. Подожди, вот я знаю жертву, короче. На аватарку. Давай. Давай, вот прочитай вот это вот. Я не прочитаю. Давай. Доработаю. Доработаю напильником электроинструменты расходки. Любой инструмент. Доработаю напильником электроинструменты расходку. Любой. Снято. Да. Ну ладно, пойдет. Пойдем. Просто любой инструмент. Я хранил ее. Это падла мне карман тёрнут. Сутки. Так ты, наверное, так делаешь? А я вообще в кармане пока так и делаю. Так, что пишется у людей? Давайте пишите. Да, да, все, мы заканчиваем. Давайте, парни. Мне 16 часов до дома. Ну, блин, нам тоже.